Год российского кино близится к своей финальной сцене. 28 декабря в Театре оперы и балета для кинематографистов пройдет итоговое торжественное мероприятие с вручением государственных наград. В этом году в трех основных направлениях киноиндустрии – это прокат, производство и архивирование – были достигнуты хорошие результаты. Около 15 миллионов рублей получено на поддержку от фонда кино. Под федеральным патронатом в Якутске открыто 3 кинотеатра. А благодаря республиканской программе кинотеатр появился в Намцах и вскоре откроется в Нижнем Бестехе. Благодаря совместным усилиям бизнеса и государства сегодня насчитывается 24 цифровых кинотеатра в 19 районах республики. Однако пока отсутствуют в 17. Сделать равномерный доступ кино всем жителям нашей республики. И остались вот именно самые мелкие населенные пункты. То есть, если смотреть с точки зрения бизнеса, то очень сложно развивать кинопрокатную деятельность в населенных пунктах, которые имеют очень маленькую численность населения.